Я то же самое говорю. Солнышко сияет, но так холодно. Просто хотела солнце и вот такое осеннее что-то вам показать. И быстро домой, чтобы не замерзнуть. На самом деле, это самый холодный день этой недели. Холоднее не бывает. Че, Арамджан? Или будет? Не будет. Это самый холодный день. Уже сказал, обещал. Так что сегодня не выходим никуда. А через 2 дня вообще 70 с чем-то Фаренгайт. Почти не летняя погода, но весенняя, осенняя. Такая теплая будет. Так что легче будет нам жить. Что сегодня делаем? Вчерашний влог, если смотрели... Окей, заново не начинаю. Вчерашний влог, если смотрели в курсе, мы там шапились, мапились, вернулись домой очень поздно, уставшие. Не захотелось даже вещи укладывать. Детям сказали, дети, из пакетов все, что хотите сейчас съесть, удаляйте и ешьте, остальное в балкон. Холодно было, морозно, холоднее, муж смеется. Для меня, я по моему масштабу говорю. В общем, все на балкон. Только-только, Арнак сказала, Арнакчан, вещи сюда принеси, в холодильник должна поставить. Но все равно солнышко не греет. Это не то солнышко, которое вы думаете. Не будьте наивны. Сейчас все по холодильникам, по шкафам. Шкафы требуют к себе большое внимание. Как-нибудь отпуск возьму. Арам уже сказать нашим друзьям, товарищам, что целый январь нас не будет. Не сказать, ничего не можем сказать. Время от времени мужу говорю, Арам, мне нужен отпуск. Я должна это сделать, то сделать. Мне 1, 2, 3 дней не хватит. Мне нужен минимум 2 недели, говорит. Целый месяц, но он щедрый мужчина. Целый месяц тебе отпуск, но в январе, говорит. Так что, как говорится, осел не дохни, придет весна. Такая пословица есть на армянском. Я дословно перевела это к тому, что еще есть надежда, что все будет хорошо, весна придет, не умирай, осел, что-то в этом роде. Ну, грубо получается вроде, но ослы очень милые создания. Из комментариев узнала, что их молоко очень лечебное от кашля. Или для кашля? От кашля. А мясо съедобное ослиное? А? Ты знаешь что-то? О, масло осла, помню. Ослиное масло. Эшьюх. В Норд-Холливуде. В каком-то магазине продавали. И так было прямо написано. Эшиюх. Масло, ослиное масло. Это, если не ошибаюсь, тоже лекарственное свойство имеет. Я помню, у моего папы спина какое-то время болела. И сейчас знаешь, что, как перевести? Ну, такая боль, по-моему, мышечная боль. Не мог двигаться или не мог какое-то. И ему посоветовали ослиное масло. Поэтому. О, ослиное масло. Остальное уже не помню. Достали масло, намазали, прошло, это не помню. Но помню, однажды вернулся домой мой папа из какой-то командировки. Минводы, по-моему, тебе рассказывала. И не знаю, что случилось на обратной дороге. Пришлось по другой дороге приехать, то есть перелетели. Я историю не помню, но помню, мой папа вернулся домой. У него, наверное, приступ был, спина болела. На его спине вот так был обмотан целая такая овечья шкура. И он был в пиджаке, в галстуке. Он начальником работал, очень солидно одевался. И под этим пиджаком у него была эта овечья шкура. И пах он сам. Это овечий запах. Кто-то помнит? Вот пах он так.
Говорят, это тоже помогает от таких болей, Арамджан, если тебя интересует. Окей, в общем, Арам, к делу, хочу все эти вещи по холодильнику, морозильнику. Ничего особенного, вроде мы не покупали, ничего нового, ничего интересного. Быстро разбираем и двигаемся дальше. Были в азиатском магазине, купили абсолютно азиатский кабидж или капусту. Буду, опять забыла слово, не мариновать, не, квасить. Квашеную капусту хочу сделать. Что еще хотела? Этот на толму хорошо было бы. Ну, еще раз купим. Сейчас никто толму не ест. О, кажется, наше соседское собрание или отменяется, или половина соседей приходит, а на другом половине вспомнили, что у их сына, у них 10-й или 11-й внук будет. Baby shower называется. Baby shower? Да, baby shower. Еще не родился ребенок, собираются знакомые, родные, друзья, товарищи и подарки дарят, то, что нужно будущему ребенку или маме, такую в общем, церемонию у них, в общем, будет. Anyways, так что не знаю, хотела, это я про толму думала, можно было сделать, но пока не знаю, что будем делать. Ну, раз уж это купили, пекинскую тоже взяли, любимые печенья взяли. Это быстро, что вы, подождите, это, по-моему, в маленьких пачках. У нас что мало? Что у нас мало? Это шкафов. Или место в шкафах. Есть у нас огромный бункер, там места полным-полно. Есть две пустые комнаты. Одна такая сауна была, она пустая. И перед сауной, наверное, показывала еще одна комната. О, это внизу. Не буду я, скажем, вещи туда класть, потом при каждой, скажем, что-то нужно, и пошла искать. В общем, такие у нас серьезные заботы. Я это положу в какой-то шкаф, если найду, где класть. Что еще? О, это хотела... Я хочу на вкус попробовать азиатский сельдерей. Он на вид более нежный, тонкий и хрупкий. Интересно, смогу ли я это, смогу, думаю, в соленье положить. Подождите, эту нежную внутреннюю часть. Быстренько чуточку промою, чтобы азиатские бактерии не попали. На вкус сельдерей. Немножко вкуса парзли тоже почувствовала, петрушка. И горечь, более горький. Неплохой. Духовку разогреваю, должна хлеб испечь. Тут у нас в студии один молодой человек говорит, а что, печенье пробовать не будешь? Ты же знаешь, что я не будешь. Но в этот раз... Наш уважаемый сам попробует, как будто в жизни не пробовал эти вкуснейшие, изумительные, нежные печенья. Скажи, какие они вкусные, Арам. Очень вкусные. Немножко соленые, сладкие, хрупкие, со вкусом кунжута. Что еще мне про эти печенья вам рассказать? Нежные, как что? Как нежность. Вкусно. Наслаждайся. Но помни. Это я знаю. Он знает, я к чему. Сегодня утром у него депрессионный такой настрой. Говорит, ну вы знаете опять. Этот живот. Этот живот. Как будто... Я не... Как будто... Незаметно вырастает. Говорю, о, интересно, почему, от чего могло бы как-то незаметно вырасти? Нет, я с тобой, это говорит, перехожу на интервальную
в общем, на интервальное питание, скажем, питание, чтобы люди не испугались от слова диета. И, ну да, еще ланч приготовила, присел обильно, хорошенько покушал и говорит, я иду немножко в лесу шагать. Говорит, побыстрее шагай, чтобы, ну надо, да? Вернулся, присел, все монтируют и говорит, что можно покушать? Я так посмотрела женским, не женским взглядом, а взглядом жены. Так посмотрела, говорю, а что хочешь? Говорит, яблоко. Я принесла ему одно яблоко. Съел, вкусно было? Очень. Очень. Я сейчас печенье говорю. А печенье не пробуешь? Нет, не пробуешь. А хурму хочешь попробовать, а? Нет, какой мужчина пробует хурму? Мужчина настоящее печенье пробует. И все эти хвостики оставили, можно засушить. Но это я купила, чтобы, чтобы соскучилась немножко покушать, пока мой заказ. Хотя, если я правильно помню, я заказала тот другой сорт, чтобы сушить еще. В общем, хурма, она вкусная, мы любим, хурма или королек, не знаю, какая разница, главное, фрукт хороший, любимый, вкусный, обычные фрукты. Я себе какую-то краску купила, надеюсь, не красную, пробовать сейчас не будем, перчатки купила, чтобы мыть. То и другое. Очень хорошая паста зубная. Вкусная, вкусная. Это купила, чтобы noodles. Oyster flavored sauce. Не знаю, хороший, не хороший, но с этим соусом noodles можно приготовить. Такие немножко липкие, вкусные, насыщенные. Приготовим. Эти очень вкусные нори. Это тоже нужно в шкафу место найти и как-то упрятать. Со вкусом барбекю, Korean барбекю, по-моему, называется. Korean барбекю flavor, такой вкус барбекю. Но очень такие богатые на вкус. Попробуйте, если хотите. О, да-да-да, бананчики купила. Ах, забыла, что нужно было их тоже. Хотя... В холодильнике можно было поставить. Они бывают иногда очень вкусные, нежные. Ам, хочешь попробовать? Не, вы что? Еще одну пачку печенья хочешь? Очень. Не знаю, серьезно хочешь? Шутишь? Бананы вкусные. Мы на Гавайях ели эти маленькие бананы, такие вкусные были. Такой, не знаю, какой вкус, чтобы описать, но не банановый, кислый даже немножко, интересный, но перезревший, наверное, поэтому не такой уж, пусть будет, бананы хорошие. Я тут тесто на манты забыла в морозильник поставить. Обычно покупаю квадратные, квадратных не было. Всегда бывает, в этот раз не было. Купила кругленькие. Кругленькие просто нужно по-другому их собрать, но все-таки кончики нужно открытыми оставить, чтобы соус туда мог как бы проникнуть. Это в морозильник поставлю. Дайкон купили, чтобы если не поленилась и сделала кимчи, туда немножко дайкона протерла. Ну и сколько у них кокосов было, столько я и купила. Один откроем, попробуем свежий или уже гнилой. Иногда бывает уже совсем из того мира кокос. Посмотрим. Нет, эти кажутся хорошие. Это уберу, эти в морозильник и быстро двигаемся дальше. Духовка разогрелась, не хочу задерживать духовку. Хлеб туда быстро
положу, продвинемся дальше. Тесто залежалось в холодильнике несколько дней. А, помните, показывала лепешки, делала матнакаш. Ну, вроде матнакаш. Флатбред называется. Плоский хлеб. То же самое тесто, две буханки сформировала и отправила в холодильник. А, будем печь. Окей, на 2 килограмма 1600 свежемолотый курасан, это древнее зерно, очень полезное, 400 грамм пшеничная, как я говорю, магазинная мука. Очень вкусный хлеб получился, лепешек, след от лепешек не осталось. Посмотрим, как это получится после того, как долго ферментировалось. Окей, это быстро сделаем и продвинемся. Хорошо то, что в этих формах сразу можно без какой-то, скажем, пергамента или специального покрытия просто туда положить, сделать надрез и быстро закрыть. Ты молодец. Один белый, другой серый, два веселых, в общем, две веселые формы. Хорошие, но какое-то неудобство все-таки есть в этих формах. Не могу объяснить, но они такие, боишься с ними обращаться на ты. Скользкие, какие-то неудобные, неуклюжие. Но керамические, серамик или из серамические, по-моему, из глины. Не знаю точно, какой материал, но они легкие, они не чугунные, и в них печется хлеб очень хорошо. И работать легче, легко поднимать. Окей, 30 минут поставлю. Упс, извините. Окей, пусть выпекается. Это, наверное, кто-то из детей. Арнак, кажется, пошел за Люси. О, учительница. О, у никого, у меня места нету, говорит. Жаль. Марьяна нам учительницу нашла поблизости. Я ей сегодня написала, говорит, у меня места нету. Что такое? Что за безобразие? Как же трудно найти поблизости хорошую преподавательницу или преподавателя музыки. Соседская девочка, по-моему, на скрипке играет, но Бек не хочет на скрипке. И говорит, так, любительски, лишь бы чтобы занималась. А Бек, думаю, очень даже профессионально хочет заниматься. Очень такой у него, как Марьяна говорит, у него есть талант, пусть пользуется. Окей, быстро отвечу. Купила очень красивые осенние фрукты, груши. Самый осенний фрукт для вас. Кто? Кто самый осенний фрукт? Груши, по-моему, для меня это символ осенних фруктов. Виноград, понимаю, но после того, как мы переехали в эту страну, виноград перестал быть тем символом или тем фруктом, который был для меня. Здесь круглый год есть этот виноград. Многие известные, неизвестные, искусственные, разные сорта, уже виноград как будто осенью не удивляет. Anyway. Но груша остался символом осени. У Альми нога, кажется, заживает. Сегодня лучше хромает. Сегодня ногу уже кладет на землю. Вот. Значит, пройдет. Так уже было. Кто-то писал, главное, чтобы не было костей или мускулов.
Ее сорт, дочка тоже говорит, у них у каждого сорта собаки, сорт каждого сорта, есть свои, скажем, ну, от чего им плохо становится. Но она еще маленькая, чтобы у нее артритис был. Говорит, у Альмы, возможно, у питбулев бывает. А тут, ну, она еще молодая. Невозможно, чтобы у нее было такое. Так что она, наверное, просто упала. Мы видели однажды, она из этих лестниц очень быстро бежит, хочет спуститься и подворачивается. Anyway, пройдет. Все пройдет. Это я в магазине такая петь хотела. Хотела какую-то арию спеть и купила такой сок кокосовый. Пить хотела, купила и забыла выпить, потому что дошли до машины, уже в машине у меня вода была. Так, быстренько. О, у индусов тоже что-то покупали, подождите. Ничего не было в индийском магазине. Не знакома с этим. Шатавари. Это для женской wellness. Давайте откроем, что это такое. Потом почитаю. Посмотрю. Наверное, вы еще в комментариях писали. Просто этот бренд очень хорошо, вроде бы знаю, хороший бренд. Продукты у них хорошего качества из правильных ингредиентов. Это на что похож? Похож на розмарин. Запах хочу почувствовать. Сладко пахнет. Пахнет чем-то вкусным. Как будем пользоваться? Окей, it's nourishing tonic and healthy choice for nursing. Это для кормящих матерей. О, я знаю, кому отдам. Окей. Две чайные ложки два раза в день. Shake the bottle, cool dry press. Не надо в холодильник, говорят. Надо будет, используем и кого-то покормим. Я очень долго была кормящей мамой. Ой, не хочу вспоминать, какие больные годы были. Окей, это я знаю, кому отдам. Как раз. Ну да, на всякий случай, знаете, кормилицы, мамочки, это для вас, говорят, полезно. Я еще немножко прочту, посмотрю, еще для чего. Так, значит, нужно было. Если купили, значит, обязательно нужно было покупать. О, куркуму купила. Буду маленькие такие шаты делать, маленькие дозы куркумы в блендере с лимоном, с имбирем. Лимон, имбирь, мед можно положить и вот такие маленькие дозы пить, иммунитет повышать. Это что? Да, имбирь, который с куркумой будет в ролях. Купила просто чтобы похрустить. Я люблю окру такую сырую, кроме меня никто ее не ест. Местный овощ в Южной Каролине, очень хорошо окру знают, любят, но готовить не умеют. Что пробовала, мне не понравилось. Они маринуют, невозможно дотрагиваться до языком. Невозможно кусочек съесть, там только уксус или эссенция, не знаю, как это они делают, что невозможно их маринад и кушать. Соскучилась. Я когда этот кокос вижу, вспоминаю, с каким трудом мы открывали. Почему купила, сама не знаю, наверное, опять хотела пройти через эти мучения. Сейчас не буду этого открывать. В холодильник отправлю, но вместе откроем. Помнишь, Арам, даже снимали. Помню, вам было весело. Еще отверткой или молотком. Один открыли, хорошо открылся, но на второй, по-моему, вся половина жизни ушла на открытие этого кокоса. Но говорили, было весело. Вам-то весело, вы за экраном веселитесь, а мы тут потеем над кокосом. Поставлю в холодильник, потом откроем. Один открыла, очень вкусный был, дочка уже опустошила. Какой-то розовенький был. Сказала, вкусно.
Хороший. Что осталось? В квартире ничего не осталось. Этот кокос доем и продолжим. Холодильник должен почистить. Крышечки открываем. Окей. Температуру понизиваем. Понизиваем. И еще 15 минут. Уже запах такой хороший. О, молодец. О, я вот вас такое не ожидала. Если честно. Тесто сильно не сильно перележало. Ну, молодец. Очень вкусный был хлебушек. Даже дети, наши дети, когда делаю 100% цельнозерновую, они вот так небрежно относятся, вроде, ну, полезный, хороший, немножко тяжеловатый на текстуру хлеб, не детский. А те лепешки сказали, о, как вкусно. Удивилась, но обрадовалась. Вы сюда, вас сюда, грибочки, лимончик. Батат тут будет, шоколадки, чтобы испечь что-то, помидоры для Ашка, салат, его любимый салат, Табуля, он любит с помидорами. Авокадо пойдет сверху этих фруктов, говорите, если кладете с фруктами, быстро спеют. Не хотим сильно быстро, но... Хлеб есть, завтра можно и авокадо тост приготовить. Окей, вы сюда почти заканчиваем, держитесь. О, кокосовый крем. Но это не крем называется, кокосовые сливки. Купила, хочу морепродуктовый спагетти. Помните, готовила, поехали. О, наверное, Эрик пришел. Цементобетонщик, подождите. Это он, наверное, рассказывал, ага. Хотим эту круглую часть сделать поменьше, потому что и машинам неудобно перекручиваться, особенно UPS, большие грузовики, когда приходят, им очень трудно приходится. Бессмысленный такой большой круг. Стоят эти камушки, в общем, всем мешают. В общем, камни удаляем, пальму удаляем, траву чистим, круг делаем поменьше. Не помню, мульчируем или камнями покрываем в центре, или вазон, или фонтан, это решим. Но нужно, чтобы круг поменьше был, муж говорит. Он как водитель в этом соображает. Окей, будем ждать. О, про это говорила. Морепродуктовый какое-то блюдо приготовила с кокосовыми сливками, с кокосовыми. Еще хочу повторить. Может, гости, когда придут, морепродуктовый какой-то характер будет у нашего ужина. Может, это тоже приготовлю. Посмотрим, еще не решила. Сирюнась! Окей. Все, готово. Готовы. Пахнет изумительно. Этот запах хлеба, запах уюта, запах дома, запах нашего дома. Окей. Готово, парни, мальчики, мужская половина, кроме мужа. Заказали тако. Сын пошел, говорит, мам, сегодня невозможно тако. Говорю, нет, сынок, невозможно. Говорит, а почему невозможно? Мясо в морозильнике. Говорит, ничего, свежее мясо пойду куплю. Шустрый. Пошел, купил, сейчас тако делаю. Пусть немножко поджаривается. Что у нас одной сумочка осталась? Брокколи купили. О, это тоже нужно было в холодильник. Но очень холодно было во дворе. С
чипсы. Хочу чизкейк сделать. Быстрый и такой простой. Без особых таких флейворингс. Печенье медовое с маслом. Быстро, да? Да, может, сегодня сделаю. Может, сейчас в перерыве так с таким, ну, таким, не хочу сказать грустным, ну, таким меланхоличным лицом. Так вздыхает, или же не знаю, что сказал или что сделал. Говорю, а все в порядке, хорошо себя чувствую. Говорит, что-то холодное хочется. Мороженое хочет. Ребенок съел мороженое? Есть у нас мороженое? Да. И даже есть. Окей, я могу выпустить чек. Чек могу тебе написать на мороженое. Если очень хочешь. Можешь, Арамджан, ты знаешь, я добрая. Но потом, пожалуйста, не начинай, не жалуйся. Окей? Потом не надо мне такие сцены устраивать. Депрессионно, меланхоличный у меня живот. У кого нету живота? Вообще, некоторым женщинам этот живот очень нравится, кажется. Говорят, это символ чего? Живота. Окей. Это так, что мне осталось делать. Это по холодильникам. Этих двоих оставлю, может быть, и не поленюсь. Арактические кузуны осталось. Саркин. Говорит, не скажу, нет. У Афиру язык, а вы решите, Саркин. Когда просят, с большим вдохновением готовить. И когда не просят, не надо готовить. Окей, если мы покрываем. Все, это убираю, собираю. Остальное в холодильник и в шкафы. Детям готовлю что-нибудь покушать. Двигаемся дальше. Вот. Эрик что сказал? Сказал. Сегодня скажет. Сегодня скажет, окей. Будем знать, если слишком дорого скажет, скажи мне. До свидания, Эрик. В следующий раз. Ну, так и хочется почистить. Сказал, я удалю пальму, говорит. То, что и нужно, нам не будет. Не надо. То есть сосед тоже сказал, я удалю, говорит, я терпеть не могу это дерево. Не знаю почему. Это дерево посадили... Не хозяева, а люди, которые купили дом, чтобы перестроить и продать. И говорит, то есть другие соседи тоже говорят, мы, говорит, им сказали, здесь это дерево не будет расти. Вы зря, в общем, что-то тут сажаете. И действительно, дерево никогда не выглядело как пальма, говорят. Просто сезон в сезон начинает зеленеть, потом, наверное, место неправильное для этой пальмы. Или что-то не то. Или не должно здесь быть. Вот такие дела. Мясо готово. Ждем наших посетителей. Один посетитель уже вернулся. И Альма, естественно, его бережет. Не зелено, спасите, а курикатка, как это? Дочка их будет кормить. Он днями уходит, на два, иногда даже на три дня уходит и возвращается. Нигде его невозможно найти. Этот AirTag не работает, когда он уходит. Должны купить новый AirTag. Не знаю. Не знаем, куда уходит. Окей, конечно. Может, что-то и осталось. О, сын покрасил наши двери. Теперь они нормально выглядят. На них пятна были, не вымывалось. Но сейчас чисто выглядит. И свою комнату покрасил. Он у нас артист. Такие маленькие скульптурные, не знаю, что-то готовит. И говорит, да еще и рисует. Думаю, комната у него была и... Мастерская и комната. И как-то вышла из аккуратности и решил покрасить. Покрасил комнату. По-моему, дверь у себя тоже покрасил. Я еще не видела. Наверное,
Наверное, зайду на его канал и увижу. Он видео, по-моему, выставил уже. Ему новую кровать купила. Кровать, говорит, сломалась. Что еще купила? Себе шкаф он купил, чтобы свои скульптуры туда аккуратно сложить. Что-то еще купили. Да, еще хочет карпет этот, полы хочет поменять. Говорит, мам, головная боль, но кажется, сделаю. Ему нельзя карпет, у него астма. Астма, но уже почти ничего не осталось от этой астмы. Маленький был где-то, не маленький, скажем, тинейджером был. В общем, тогда началось, но когда удалили гланды, 90% как бы этой проблемы с астмой прошло. Сейчас только когда в хоккей играет и сильно бежит, говорит, иногда могу этот альбутерол 2-3 раза использовать, но так уже обычно ему не, ну, не нужно никакое лекарство, и в его случае нельзя, чтобы было в комнате такой ковер, ну, пыль или эти, знаете, кусочки-мусочки разные, нехорошо. Говорит, поменяю. Говорю, если поменяешь, однако научишься. Люсин любит свой карпет. Лилит, кажется, тоже не хочет. У мальчиков хочу все удалить. В офисе нужно удалить. Джон. Амувер. Он уже свой кусок хлеба съел. И посмотрите, у него этот челка или челкетная. Это новый стиль. Или челкет вон со сенсарком. When you do like this? Yeah, that's what we have done. Да, вот такой стиль. Научитесь. Сейчас очень модно, очень трендово. Чего хотели, когда платить? Хлебушек еще один хочет. Батако че сутелю? Тако. I will. Утим. Ты мне от мамы не говорки. Ох, как хорошо, что дома есть кто-то маленький. Ай, зай, как это там. Что-то у нас. Бек уже две горбушки съел. Ну, три горбушки. Бек у нас хлебоед. Хлебоедов. Голодный, не голодный. Если в доме есть хлеб, он такой вкусный. Ты не ел еще. Дочки не хотят мяса. Есть пловик с мясом, то тоже, думаю, не хотят. Суп весь съели. Арнак вчера говорит, обычно я и дочки едим суп. Говорит, мам, что в этом супе так хорошо пахнет? Говорю, а ты попробуй, сынок, и увидишь. Зачем спрашиваешь? Попробовал. Примера. Ему понравилось. Говорит, особенно макароны и картошка в супе. Это моя любимая часть. Киноа с кино. Если смотрели, показывала. Не знаю, в каком влоге. Может, при несколько дней назад, скажем. Простой суп. Но, говорит, да чего же это было вкусно. Говорю, тебе 25 лет. Ты за все эти годы, мой дорогой, прекрасный сын. Маленькими кусочками ее кормлю. Я ее не перекармливаю. Я, может, и балую ее, но маленькими кусочками балую. Кормит ее дочка порциями и режимом или на режиме. В общем, говорю, 25 лет ты не ел супов. Только-только поел. Вот сколько ты вкусных супов пропустил из своей жизни. Борщ есть, и то процеживаю, как папа ест. Борщ только процеженный. Бульон пьет. Там тонну кайена добавляет и с огурчиком так пьет. Ну, вчера я съел суп. Говорю, в борще тоже есть картошка, очень вкусная. В борще все вкусно. Anyways, старший сын уже ест супы, если кого-то это заботит. С хлебом, наверное, оливки достану. Масло сливочное, оливковое. Икра есть заморская. Тоже достану, чтобы дочек тоже чем-то угостить. Томаты есть, салат. Пойду со салатом.
листья салата принесу. Она пять чига с этой вице сирена с этой водой. Спрошу, если хотят цезарь. Люсине тоже очень понравилось. Она тоже не пробовала салат цезарь. Но сильно не пробовала кусочками. В прошлый раз попробовала, влюбилась. Очень вкусно. Если захотят, заправку могу быстро соорудить. Кто-то очень взволнованно, возмущенно писал, что в салате цезарь нету чеснока. А где томаты черри? Именно есть чеснок и нету томатов черри. Нельзя туда добавлять томаты черри. Это уже не цезарь. То есть вот ваш салат, хотите, добавляйте. Но в классическом варианте есть чеснок в заправке, нету никаких томатов. И действительно, мне томат абсолютно не нравится. По-моему, томат портит вкус цезаря. Цезаря. И как можно заправку без без чеснока? Нельзя. Меня всегда удивляет то, что, скажем, в принципе, уверена, женщина не была итальянкой или из народа, который создал салат цезарь. Но иногда, или любое какое-то блюдо, скажем, неправильно подготовишь, или какое-то мексиканское блюдо приготовишь, и кто-то не мексиканец, так возбуждается, так взволнованно. Это не так делается, а там мексиканцы себе, эх, мариачи, танцуют, им все равно. Они даже благодарны, что кто-то из их кухни что-то приготовил. Но другие, которым это блюдо вообще не принадлежит, они, в принципе, не могут прямо досконально и точно знать, как это готовится. Но как будто патриот этого блюда прямо грудью бьется. Это нельзя. Там нету чеснока. Что, если кто-то захочет готовить и увидит, что вы там чеснок положили, тоже положит чеснок. Что будет с этим человеком? Не знаю, что будет. Будет поздно. Уже положил, было вкусно. В следующий раз опять положит. Вот что будет. И вообще не понимаю, когда из-за блюда какого-то люди друг другу чуть ли не горло грызут. Это неправильно, это не ваше, это наше, это мое, это твое. Готовьте, ешьте, делитесь, наслаждайтесь, радуйтесь жизни. Она коротка, предупреждаю. Это наш великий, великолепный кот. Умный, умнейший, храбрейший. Муж один в лесу никогда не может быть. Ишхан откуда-то всегда его подглядывает, всегда говорит, и вдруг увижу, прямо пришел и хвостом прошелся. Я здесь, шеф, не волнуйся. Пришел, попросил еды, не дали, ушел. Я не даю еды, не хочу на себя разговоры. Это я батат испекла. Не испекла, в духовке поставила, выпекла. Вот какая разница, торт кладете в духовку, печете, а это что, запекаем? Батат, ох, не знаю. Варится, сваренный, мягкий, можно съесть. Что еще положить? А на кукурузные эти корочки для тако. Любят хрустящие, теплые. Окей, пойду за остальными ингредиентами. Сыр хочешь? Очень. Какой хочешь сыр? Гуда, фета, брынза, проволон, пармиджано, реджано. Гуда и фета. Гуда и фета. Будьте скромнее. Арка тоже вернулся. Сегодня две тяжелые книги в сумке. Говорю, Аркачан, тебе эти книги нужны? Там у него две книги, лаптоп, компьютер.
два таких толстых фолдера и бумажки разные, тяжелая сумка. Еще и ланчбаг, не ланчбаг, а ланчбаг, такая сумочка для ланча. Туда кладет, прям сумка вот такая, тяжелая и толстая. Катя, тебе эти книги нужны? Ты две из library берет, из библиотеки. Сразу две книги ты не будешь читать. Говорит, я уже один прочел. Когда, если прочел, зачем с собой таскаешь туда-сюда? Оставь дома. Говорит, нет, мне это нужно. Говорю, зачем тебе нужно? Будешь сдавать книгу? Говорит, да. Говорю, если сегодня не сдаешь, не сдашь эту книгу, с собой обратно принесешь домой, я эту книгу упрячу, и ты его не найдешь. И сам заплатишь в школе, потому что когда теряете и не находите, вы платите. Говорю, сам заплатишь. Сейчас вернулся, говорю, книгу сдал, говорит, сдал. Когда на их финансы как бы что-то накладываете, они очень хорошо помнят. С малых лет они хорошо держат свои финансы в надежных местах. Окей, ура, мы же вовурта. Ждем народ. Смотри, несколько ложек положу, чтобы все успевали себе налить. Значит, только мальчики. Мужская половина сегодня только есть табо. Никто из нас не хочет. Не тянет, потому что... Ой, из женской половины она может... Она такая смешная, ей все равно, у нее нога хромает или что-то не так. У нее есть принципы. Должна, если хлеб режу, встать. Барусик пришел, тоже должна встать. Дочку увидела, там сидит или что-то ест, тоже должна подойти. И прямо так бежит, опаздывает. Окей, ждем. О, да, пойду кукурузные эти. Как это называется? Кукурузные такие shells. Как будут shells? Ракушки? Во что кладут мясо? Не знаю, ракушки. Ракушками не назовешь. Не важно. Дура. Одеяло, дверь, окно. А ты с этим будешь или с лавашем? С хлебом. С хлебом будешь. Потом мороженое будешь. О, цветы тоже в вазу не поставила. Дождь!